Привет подписчикам, привет всем, кто попали на мой канал и смотрят мои ролики. Посылки из Китая, значит, прибыло нормальное количество посылок, только что я одну распечатал. И в одной посылке был вот такой вот держатель для смартфона. Кому интересно, заходите у меня на канале, в плейлист обзоры, и там найдете обзор вот этого держателя. Ну а сейчас откроем очередную посылочку. И посмотрим, что там нам китайцы прислали. Ух ты, какая штучка. Итак, это у нас вот такое вот массажер для головы. Массажер для головы называется Мурашка. Очень хорошая штучка. Стоит, по-моему, $0.5. То есть это вообще копейки, не деньги. Но когда вы, ну, я сейчас показывать на себе не буду, вот голова, то есть вы поняли, вот голову сюда вставляем и на голову как бы одеваем, вводим по голове, получаем просто обалденные результаты, аж мурашки идут по коже, так оно и называется, мурашка, массажер. Можно и по телу вот такой вот массаж делать, тоже расслабляющий, ну как бы очень хорошая штучка. Сразу скажу, у нас в магазине видел что-то такое вот похожее на это. Ну, такой же, типа, как дизайн, чуть-чуть тут другой, но принцип действия тот же самый. Значит, цена вот этого товарчика у нас стоила $3. Здесь я в Китае купил за $0.5. $0.5 или что-то 60 центов. То есть, посчитайте, в 5 раз дешевле, в 5-6 раз дешевле. Так что смысл заказать из Китая есть. Сразу скажу, ссылка на то, где я покупал, в описании. Если вам надо, заходите смело по ссылке и можете покупать этот товар. Все товары, которые я покупаю у проверенных продавцов. Смотрю там нормальные отзывы и действительно товар приходит через 20 дней, приблизительно там 25, ну до 30 дней. Был, по-моему, рекорд, что пришел товар за то ли 11 дней или что-то такое. В общем, заказываете товар, а потом надо чуть подождать, и вы его получите. Все, давайте еще раз по дизайну. Значит, ручка вот эта с какого-то, то ли алюминия, какой-то сплав. Тут у нас деревяшка. И вот эти пружинки, действительно, оно такое вот пружинящее. На конце какие-то, как бы... Ну, шарики такие, как спички, как головки спичек. Вот. Ух ты, классная штучка. Я себе взял сейчас на голову. Ой, расслабляющий массаж. Все, спасибо всем за просмотр. У кого есть комментарии по вот этой штучке или какие-то вопросы, задавайте вопросы. Я постоянно в сети. Будут комментарии, будем общаться. Сегодня всем спасибо за просмотр и пока-пока, до новых встреч.